Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, oktyabrın 19-da təkbətək görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Tacikistan Prezidenti Emomali Rəhmonun nümayəndə heyətinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş olub. Dövlət başçıları görüşdə çıxış ediblər. Во благо народов Азербайджанской Республики и Республики Таджикистан. Наши страны являются убежденными сторонниками расширения и укрепления регионального взаимовыгодного сотрудничества. Они поддерживают дружеские отношения как в двустороннем формате, так и в рамках региональных и международных организаций, членами которых являются. Сегодняшний Азербайджан является важным субъектом международных отношений, экономическим, политическим и культурным центром Кавказского региона. Об этом свидетельствует то, что на сегодняшний день Азербайджан ведет торговые операции почти со 150 странами мира и инвестирует бизнес в ряд стран Европы. Более того, функционирование постоянного секретариата Межправительственной комиссии Трасека и открытие представительства торгово-промышленной палаты Дубая по странам СНГ Баку, а также проведение ежегодного заседания Экобанка в вашей стране в следующем году являются очередными показателями значимости Азербайджана в системе международного и регионального сотрудничества. Мы, как искренние друзья, безусловно, радуемся этим достижениям братской страны и, пользуясь случаем, хотел бы заявить, что Таджикистан всегда будет поддерживать инициативы, нацеленные на укрепление авторитета Азербайджана, поддержание мира, стабильности и регионального сотрудничества. Еще раз добро пожаловать, дорогие гости, и я с большим удовольствием хочу попросить вас, уважаемый Ильхан Гейдарович, поделиться с нами своими соображениями по поводу состояния и перспектив развития наших взаимоотношений в различных сферах. Пожалуйста. Спасибо, уважаемый Валерий Шарипович, уважаемые друзья. В первую очередь хотел бы поблагодарить вас за приглашение посетить Таджикистан вновь с официальным визитом. Очень рад находиться на дружественной братской земле Таджикистана. И то гостеприимство, которое проявлено мне, членам нашей делегации, также является показателем высокого уровня наших отношений. Хотел бы в первую очередь поздравить вас и весь таджикский народ с большим успехом в деле укрепления независимости и экономического социального развития Таджикистана. Эти успехи выражены в цифрах ежегодного стремительного экономического роста, а также их можно видеть невооруженным глазом, смотря как преображается и красивеет Душанбе. Созидание, развитие и активное участие в вопросах региональной международной политики сегодня характеризует вашу страну. Мы, как друзья, радуемся вашим успехам и, конечно, хотим использовать возможности официального визита с тем, чтобы определить пути дальнейшего сотрудничества. Мы активно взаимодействуем в международных структурах, и как мы сегодня с вами говорили на встрече тет-а-тет, нацелены на укрепление сотрудничества международных организаций. Мы должны поддерживать друг друга во всех вопросах, потому что так же, как мы с вами обменивались, очень схожая история, особенно история независимости. Становление независимости была сопряжена с большими трудностями. Может быть, в самой сложной ситуации оказался Таджикистан и Азербайджан, потому что именно в наших странах была гражданская война. В вашем случае она длилась намного дольше и с намного большими жертвами. В нашем случае меньше, но тем не менее было тоже немало жертв, потрясений, которые по существу не давали возможности нашим странам развиваться. И то, что установилась стабильность под вашим руководством в Таджикистане, это главный элемент для устойчивого развития. Сегодня инвестиции вкладываются в вашу страну, и это
стран занимает достойное место в системе международной безопасности, региональной безопасности, играет очень важную роль в регионе. И, конечно, по мере того, как будут развиваться, Таджикистан будет еще повышаться.